Сегодня я решил проверить, можно ли за 100 долларов купить счастье. На днях я прочитал книжку, в которой авторы дают ряд упражнений и говорят, что если вы их сделаете, то вы будете испытывать реальное состояние, эмоцию, переживать счастье. Что нужно было сделать? Нужно было взять 100 долларов, положить в карман и идти по магазинам. Нужно было мысленно покупать те вещи, которые умещаются в эту сумму 100 долларов, так как нашему мозгу без разницы, реально мы совершаем эти действия или в своем воображении, то авторы утверждали, что состояние ваше все равно будет реальным, и вы начнете переживать те или иные эмоции. Они говорили, вы проверьте, вы нам не верьте, вы сходите и проверьте. И вот я решил это проверить. Положил 100 долларов в карман и пошел по магазинам. Сначала было не очень, не было какой-то уверенности сначала. А потом я так увлекся этим процессом, что начал скупать вообще вот все подряд. Ага, получается 100 долларов, получается. И я начал скупать все подряд. И в этот же момент наблюдал за своим состоянием, и оно начало меняться. Я в какой-то момент почувствовал себя таким в состоянии всевозможности, а состояние и состояние радости начало расти. Возник восторг, кураж такой. И я уже все это делал, и уже, если вначале я понимал, что я же это делаю в воображении, ну да, у меня есть эти 100 долларов, но я все равно же это вроде как нереально делал, то потом вот эта граница абсолютно стерлась, и я так увлекся их в завершении походов по магазину, я чувствовал себя действительно тем человеком, который только что совершил множество покупок реальных. И при этом мое состояние было тоже очень даже реальным. Поэтому, оказывается, это правда. Истина подтвердилась. За 100 долларов можно купить счастье. Даже если ты ничего в итоге не купил. Если вы хотите проверить на себе вот это вот состояние, то сделайте это упражнение. Куражит очень.